В одном из фундаментальных учебных заведений региона открылась учебная аудитория в честь заслуженного деятеля Казахстана, академика Международной академии Айтматова, писателя-драматурга Рахымжана Отарбаева. В торжественном мероприятии приняли участие супруга и дочь писателя, известные деятели области, студенты и журналисты. Подробнее в видеоматериале. Рахымжан Отарбаев – писатель, внесший большой вклад в казахскую литературу, драматург, чьи произведения были представлены на мировой сцене. Он родился в селе Кушала Катравской области. Трудовую деятельность начал в региональной газете. Был редактором казахского телерадиокомитета, заведующим отделом газеты «Казах Адебиеті» и «Альманаха Жалын» и работал в посольстве Казахстана в Кыргызстане. Рахымжан Отарбаев, посвятивший свою жизнь служению нации, широко известен как писатель-реалист. Произведения писателя, сумевшего достоверно передать различные жизненные проблемы, воспитывают у читателя честность. Такие ценные книги Рахымжана Отарбаева были переведены на русский, кыргызский, китайский, арабский, турецкий и английский языки. Айжамала Отарбаева, дочь писателя, которая сегодня продолжает дело отца, занимается творчеством и изучает журналистику. Говорит, что у этой аудитории есть что подарить будущим журналистам. Сегодня большой и значимый день для всей моей семьи, потому что сегодня открылась аудитория имени моего папы. Я очень рада, что наш Атырауский университет чтит имя, чтит память моего отца. И лично я строю большие планы на дальнейшее сохранение его наследия. Я очень надеюсь, что здесь будут, что студенты будут вдохновляться творчеством, изучать его и черпать для себя новые какие-то идеи. Вот. Лично я буду этому способствовать. В аудитории оформлены с особым вкусом собранные произведения писателя, а также фотостенд, рассказывающий о его жизни. Заведующая кафедрой журналистики Маншук Мукашева уверена, что в ближайшее время из аудитории для будущих журналистов выйдут писатели, рассказывающие реалии жизни языком искусства, так же, как Рахымжан Отарбаев. Здесь будут проводиться не только занятия, но и мастер-классы известных журналистов. Будут работать литературные кружки, кружки юных журналистов. Такие творческие организации молодежные, которые имеются у нас на факультете, как «Молодое перо», «Жас-Халам» и многие другие творческие процессы будут происходить именно в этой аудитории. Конечно, познакомившись с такими произведениями, как «Шер», «Жолдузар Кулаганжер» и «Жайык Жыры», молодое поколение более углубленно изучит столь мудрого писателя. Айзада Габит, Тілекқабыл Ғұмаров, Алишер Төлеген, телеканал «Атырау».